что это райское место нас может не отпустить сегодня. Ребят, самое печальное то, что связи нет. Воздуханы глушим. Второй вариант такой. Давай пробуем. Зазевались, короче, ребят. Все, еще и картер пробили. Этот водопад. Эй, ребятишки, всем здорово! Наконец-то, наконец-то уже поездка, дальняя поездка в сторону Алтая. Я сейчас нахожусь в парке камней, совсем недалеко, вот там Пермь-2 уже виднеется. Скоро поезд приедет. Сегодня у нас веселая очень компания едет в сторону Екатеринбурга на Читинском поезде. Ребята нам подписчики составят компанию. Сегодня легкий ветерок. Сегодня с утра просто была вообще очень такая погода необычная. Вроде середина мая, но выпал снег. Сейчас он подрастаял. Ну, вот так вот. Вроде травка зеленеет, и вроде солнышко блестит. Но что-то вроде как-то не по-летнему, не по-весеннему, как минимум, да. Поездка будет, я думаю, что веселая, интересная. Поэтому сейчас подключимся через некоторое время. Ребят, ну вот все, уже на перроне, четвертый путь. Встречающие-сопровождающие лица. Привет, ребят, привет большой. Алексей, встречающий, не, провожающий. Провожающий. А эти, ну как бы, встретили и сейчас поедут. Еще с Ромой поедем. Да. Вы на какой полочке купили? 26-я. Это какая, верхняя? Верхняя. Я тоже верхняя. Даже верхняя взял. Ну ладно. Время сколько до отправления? Ой, еще время дофига. Минут 20. Немножко опаздывает поезд, на самом деле. 18. А нет, 14 минут. Ну ничего страшного. 14 минут. Ничего страшного. Опаздывает. Кто-то еще придет? Должны. Должны? Ну ладно. Должен Леня прийти? Будем ждать. И еще кто-то. Будем ждать. Поезд у нас получается оттуда. Оттуда, Рома. Москва, ведь там, да. Там Чита. Москва-Чита, ребят. Чита-2. Ребята, а вот вам и сюрприз. Там. Вот он. Вот вам и сюрприз. Саня, здорово, братишка. Наконец-то. Саш, ты даже это, до прибытия поезда, как так получилось? Кордоны задержались. А вот и наш поезд. Блогеры снимают. Макс ТВ. Как быстро он тормознул. Ну пойдемте дальше туда. Ребят, погода все-таки распогодилась. Сань, ты видел, что сегодня утром было? Это просто... Да, коллапс был снежный. Смотри, а народу-то много. А где 13-й вагон? Подожди. Его еще, наверное, не прицепили. Я не знаю, вроде тот. Где 13-й вагон? Вот самый последний, по-моему. Да, 13-й, вот все. Все правильно. Вот 12-й, этот стало быть 13-й. Там что-то не... Саня пришел проводить. Всем привет. Саня. Молодец. Обещал? Обещал и пришел. Молодец. Что-то у нас тут коллапс какой-то, Саня. Разрули. Да, разрули. Сходи машиниста. Все помогали. Это как это? Все, пойдем. Леща, да? Почему так поздно приехал? Запоздал. Ну ладно, сейчас заходим. Нет паспорта, смотри, проверяют. А там, видимо, толпа вот на эти прицепные вагоны дальше. Чисто из Перми поедут, скорее всего. Ну они вот там, вот видишь, сейчас прицепили, их сейчас туда будут, наверное, загонять. А это наши. 12. Но это нормально, плацкарт вообще. Сейчас заходим. Заходим. Налево. Сказали. Ну, такой же. Напиши, как приедешь. Че, где наши места? Это наши места? 25-е вроде. Да. Андрюшка тут уже, конечно. Так вы че, Соник? Вы же смотрите, это родница. А только здесь. Ой. А можно и сюда. Ну, наша секция полностью вся выкуплена, да? А вот эти тоже наши? Да. Ну, пока ну наша вот эта секция вся выкуплена. Это наши места. Это, да. А эти, я не знаю. А эти тоже нету места. Нету? Вообще здесь... От Перми? В поезде вообще нету места. От Перми? Да. У нас сейчас кто-нибудь придет. Придется сваливать тогда. Ладно, конечно. Я верх не взял. У меня вот он. Вы с Ромой, получается, не... вот это, да? Наверное, я не помню. Я 25. Вместо Ромы как раз. А я Рому это выселил. А у тебя Михалыч. Кстати, Саньком-то никто не знает. Саня молодец. А, Санька, блин. Иди, еще время есть, еще иди поздоровайся. Выбеги, иди. Саня, да, спасибо, что Саня нас проводил. Саня теперь в центре живет, поэтому ему удобно. Всех провожают. Че, Максим, готов? Угу, всегда готов. Много чего взял с собой? Так точно. Много? Голодными не останемся. Чаек с вами на всю поездку хватит. Отлично. Бергамотный, кстати. Ты успел, Саня, поздороваться? Да. Ну ладно. Ну что, поехали, собственно. За окном Пермь остается с интересными какими-то вагонами. Что за вагон? А, это, да? О, купешки, кстати, синие вот это. Крымский экспресс, да, этот Гранд Сервис Экспресс, да? На котором гоняли, кстати, в 21 году. Ну это прикольно было. Ну и все. Ребятки уже ушли, провожающие, видимо. Добрый день. Опаньки. Здравствуйте. Еще один блогер. Здравствуйте. 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 А вы какими тут судами? Еще один блогер. Братаны. Все ли вас устраивает? Так, ну, ребят, короче, сейчас получается так. Это без билетники. Если что-то сломается, то у нас... Кстати, да, у нас тут еще и проводник. Мастер-класс, Леня. Я не на работе, если что. Слышишь, ты сказал 11-го работы? Он обманул. Я немножко обсчитался. Лень, ты что, где вы это запрыгнули, на какой вагон? Во втором, что ли? Да. На втором? Запустили? Сейчас угадайте, кто с нами, ребят. Саша, считай. Раз, два, три, четыре. И у него счета есть. У него такая же. Большое количество камер на квадратный. Мы все обзавелись вот такой вот камерой. Да. Это все, Саня, ты видишь, давно тебя не было. Супер, ребят. Сюрприз, я сейчас такую же. А вот прикол, Саня, вообще. Ну вот, ребят, сюрприз. То есть мы едем. Получается, раз. Сколько нам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек едет. Значит, не зря столько хавки набрал, ребята. Покажем, что я тут набрал. Ребят, смотрите, короче, мы только вот буквально отъехали недалеко от Перми. Ну, ближайшая станция у нас что, Пермь-2? Кунгур. Да, и смотрите, у нас тут ребята притащили, просто заполонили весь стол. Тут у нас есть и шоколадки, и краб-роллы, и сыр, и хлеб. Тут сэндвичи разные, роллы всякие разные, сок, хлеб, короче. Мы едем до Читы, ребята. Да, походу до Читы, да? Да. Сейчас билет перезакажем. Я думаю, что Андрюха Твит тоже много возьмет. Андрюха Твит? Но он всегда запасливый парень. Возьмет, как тогда вот в Тюмени. Да, он, кстати, сказал, если что, говорит, это самое, говорите мне, что взять, да. Китайский. Ну, дошики как-то. Ну вот, все. Стаканчики подоспели. Самый ответственный. А места нет на стакане. Какой браво, солдат. А места нет. Почему места? Ложки только 2 чистые. Остальные не помогут. В смысле не помытые? Ну, они грязные лежат. А-а-а. Ну, нам ложки нужны. Стаканы-то главное помытые. Стаканы, да. Человеку скажите большое спасибо. Так точно, человек. Человек. Так, что, где у нас этот, где кипяточек мы набирается? В ту сторону? Можно там, можно там. Ну давай туда ближе, наверное, да? Там неудобно двери. А, двери, да? Студенты, вы студенты, блядь. Наберешь, Андрюш? Спасибо. Да, мне вас. Давай, ну ладно. Давай, я тоже. Спасибо большое, ребят. Охраняйте ложки. За окном погодка немножко распогодилась. А то уж больно уж была погода плоха в Екатеринбурге. На трассе Пермь-Екатеринбург недавно тут прям вообще все стояли. Знаешь, что лайфхак? Люди... Когда идешь по лесу, ты с полусогнутыми коленями ходишь. Балансировать. Этот, как называется-то, этот, который... Ну, который в камере-то есть. Стабилизатор. Стабилизатор, да. Стабилизатор. Сейчас так не перевернутся? Да нет. Так. Ну давайте, ребят, забирайте по стаканчику. Что там? Или освобождайте там место-то, чего вы хотите. Давайте освободим. Вся движуха, все снято, вся движуха, вся, ребят, все зафиксировано. Все зафиксировано. Или как там? Не запустил, не было. Да-да-да. Да? Нет, я упакину утечку. Так. Водили вообще вот так. Павел Проводник, у него стопудовый это стабилизатор, он должен по 6 этих, на каждый палец по 10 стаканов таскать. Сейчас в Германии пиво носит. Да-да-да, так же. Нет, максимум по 4 можно. По 4 можно? По инструкции? Так-то по инструкции можно 2 в одну руку. Да? Да. Все, понятно. Только в одну. А раньше, вот в советские времена, там было все по-другому. Стандарты. Да, стандарты, все. Ну что, давайте. Чай, кофе, все дела. Все как положено. Давайте, ребят. За начало поездки. Давайте. Спасибо, что поехали, молодцы. Всегда рады. Так же веселее. Сейчас бы с Саней ехали, вдвоем грустно было бы. Сейчас с кем-нибудь там тихонько. Тетеньки с нами ехали бы, или дяденьки грустные. Непонятные, которые не хотят сниматься. Да. А так нормально. Ну что, давайте там это... Эти, как, что там, распаковываете? Ты хотел эти попробовать. Да? Ну, да. Я бы это тоже. Давай ты первый, потому что мы никто не пробовали. Давай, что? Ну, если что, это... Ты у нас как, первый проходец будешь? Да. Через полчаса, если с ним все нормально будет. Можно пробовать? Ну, давай. Это что, так это на крабовые палочки похоже, с богом. Да, крабовые палки с этим там. Пахнет неплохо. С творожным сыром и зеленью. Че? Да. Крабовая палочка обычно? Да, нормально. Напичкана начинкой, да? Одобряем. Ну ладно. Топовая. Понятно. Есть можно. Ну ладно, что у нас там есть еще интересное? Давайте там... Пицца. Давай пиццу распаковывай. Да, что там погода хорошая стала. Красота. Да, блядь, что хочешь, ты стал видеть, зараза. Надо решить тебе эту проблему. Да, я понимаю. Один блогер выпал уже. Давай, я возьму. Пицца. Любезно предоставлена каналом Макс ТВ. Ссылочка в описании. Вы знаете, Рома молодец, что взял пиццу. По-моему, не очень. Еще есть. Да? Что-то не то, да? Ну, так. На любителя. Ребят, ну как бы с нами все понятно, да? Мы с Саней едем как бы на Алтае до самого конца, то есть в Екатеринбурге пересаживаемся. Вы-то что в Екатеринбурге, какие у вас планы-то, идеи? Вы-то что там? Мы? Да. Что-нибудь. Приедем в Екатеринбург, дальше что? Натворим что-нибудь. Ну нас проводите. Натворим. Натусим. Вы ночуете? На следующий день там я с друзьями буду встречаться. Поедем, мне интересные поезда поснимаем. Съемки, да, будут? Ты, Паша, что как? Я утром уеду уже. Утром уедешь? Ну, тоже заночуешь где-то? Да, пересплю где-нибудь. С кем-нибудь. И что? Ну, я, ребята, до Екатеринбурга там с ночевкой, потом на 77-й поезд и в Москву. В Москву? Да, с Екатеринбурга. Серьезно? Да. А что там в Москве? А там с друзьями встретиться. Тоже? Да. Прямо до Москвы прям поедешь? А что, в Москве там надолго? На 4 дня. Молодец. Леня, ваш ход. Вообще, если честно, не было у меня в планах ехать, провожать там и так далее. До этого еще как-то у меня была такая идея, типа, вот, я хочу прокатиться, мне надоело все. Такой небольшой отдых сделать. А просто ситуация подвернулась таким образом чудесно, что вот как раз следует. Эти ребята замечательные, Рома следует, как бы, все. Решение было принято моментально. Я беру, я еду, все, составлю компанию. Планов в Екатеринбурге гулять нет. Завтра мне, как известно, на работу. Тоже с утра поедешь с Пашей? Нет. Мне уже завтра утром 8 часов работать. То есть я приезжаю. Ты же вечером даже выедешь? Да, у меня часа 2 есть свободных времени. Немножко побуду с компанией, все, 69-й поезд, я обратно еду. Ну ты это, в роли пользователя, ты будешь пользоваться вагонами, не имитировать. Да. Тоже хочется, да? Побыть по другую сторону баррикад. Там уже диалоги пошли, диалоги. Только вот буквально несколько минут назад говорили про хорошую погоду. В тот раз все изменилось так резко. Да, дальше пошел. В Екатеринбурге, видимо, нас не очень хорошо ждут. Погоду не приготовили. Но хотя мы еще до Кунгура даже не доехали. Да, кстати, я на старой работе раньше, когда мы ездили до Екатеринбурга, есть такая станция Кузино, вот там всегда была на море. То есть, если у нас дождь, в Екатеринбурге дождь, там всегда ясно погода. Если наоборот, то там дожди идут. И также в 2010 году, когда у нас лютые морозы были здесь, то есть мы в Шалю заезжали, минус 48 было. И в Екатеринбурге морозы стояли. Мы заезжали в Кузино, там всего минус 5 градусов. Это где-то посередине как раз, да, Кузино? Ну, чуть дальше Шали уже. Это где-то между Шали и Первоуральском. Но это уже Свердловская область. Тут уже как бы свет, все, дали. Да, мы поехали, уже солнце дали. Ну да. Ну сейчас, видишь, уже стемнело немножко, как бы. Так тучки спустились, серое стало. И стало видно то, что свет дали. Станция Ремский сейчас. Отлично. Рома что-то перестал. На столах QR-коды. Всегда. Информация. Обратиться к генеральному директору можно. Доставка еды к поезду. Каталог товаров. Доставка еды к поезду. Да. Это вот это, да? Да. QR-код. Андрюха прибежит, да? Да. Он все оформит. Подъезжаем, ребят, уже к Кунгуру. Ну что-то мы на такой скорости поезжаем вообще. Ну опоздаем. Пошелестеть на заднюю. Колбаску распечатать, чипсики. Русская картошка. У кого-то ковидные признаки на заднем полотне. Кончики. Видно, как вдалеке дождь идет. Ирень. Если у меня время будет. Ссылка еще будет. Камень Ермак еще проедет. Там классно тусили. Да, хорошо, да, посидели. За 4 года летом. В 2020 году уже была первая встреча. Кстати, да, вот действительно, объявление. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Кунгур. Стоянка поезда по расписанию 3 минуты. Ввиду опоздания поезда стоянка будет сокращена. Помните, что на полминуты? Можно, да, немножечко сливать. Тебе, Рома, в первую очередь. Все, вот, поняли? Все. Самое главное, Роме, никому больше. Да. Так точно. Босс. Шпальник будет. Ты же говорил, босс, Роман. Да, босс. Ну ты говорил, что не босс, ладно, не буду больше босса называть. В играх дойти до босса. Победить его. В конце босс. Скилл качают. Да. Прокачивается уже. Прокачивается, аппаратуру купили. Скоро догонят уже. Андрюха на боковую. Догоняет потихонечку, догоняет. Стремится вперед. Да. Станция. Приехали. Производственная драма там рассказывают. Там. У кого-то там производственная. Скрыт Скрытое, 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 скрыли. Скрыли самое главное. Сильно болела. Сильно болела. А орал, конечно. Голова сильно болела, да. Не доехали немножко до вокзала. Ну, отправимся, можно запилить. Болят сильно очень. Мне первые 3 дня очень сильно болело. Да, Паша рассказывает про историю. История из рейсов. Я один раз в бане из-под лавки, лавка из-под ног ушла, да, я опрокинул себя с кипятком полностью на правую сторону. И от этого кипятка еще, когда прыгнул, прямо кипятичка к печке. Вот потом у меня всю ночь сильно все болело, я не спал. Ну, у тебя не сильный был, получается. У тебя комбо получилось. Адреналин хороший хавал. О, люди бегают, 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 смотри, бегают, люди бегают. Судорожно. Я просто на себя чай проливал. Я, кстати, как-то вот приходил на Пермь-2, вот одну историю. Мы с Леней видели. Чего? Пассажир бежал и все-таки запрыгнул на поезд и уехал. Помнишь эту историю? Расскажи. А нам проводник расскажет, что нельзя таких, да? Сталкивать надо их ногой. Это лишение таланта. Ногой, да, надо сталкивать их. Поезд поехал, и пассажир прям побежал с сумками прям. Я думал, не успеет, но все-таки успел. Нет, наверное, Паша, скорее всего, подождался, когда уже пассажир уже вот-вот хлоп. Goodbye, Вася. Сумки, сумки. Goodbye, Вася. Ну, короче, в Кунгуре ливень идет. Была одна пассажирка, короче, она пошла в Волгограде закупиться. В общем, она опоздала в Волгограде, она уже вот-вот мы поехали, она идет. Я бак дверь закрыл, пока-пока. Да? Так нельзя, все, мы уже поехали. Никак. Девушки пришли. К нам. Девушки пришли. Не одни мужчины едут в вагоне. Потом мы свободные, надо все-таки искать судьбу-то великую. Шутка. Это вообще пипец. Надо, чтобы юмор-то хоть был. Движуха. Синара едет. Это 13-й вагон. Спасибо. А вам какой надо? Жаль, что не с нами. Надо же разбавить обстановку. Мест не нашла свободных. Значит, у нас другой вагон. Вот, ребят, станция Кунгур. Тут ребята, видимо, тоже ждут, да, какие-то? Или только что приехали, скорее всего. Может, провожали. Может быть, да. О, островок домашней кухни все еще работает. Борщ за 50 рекели. Да, борщ, самый дешевый борщ за всю нашу историю. Ну, кстати, вы жили все. Все нормально. Слава богу, надо вечно жить. Нет, там не за 50, по-моему, за 90 или что-то такое. Соточка, наверное. Но меньше 100 рублей. Нашел бы чем заняться. Ролики бы снимал. Ребята, привет. Сейчас вот камень Ермак. С вами Макс ТВ, как вы уже поняли. Братишка. Подколол. Так, ребят, уже что-то свечерело, да, как-то? Уже такие... Темнеет постепенно. Полусумерки такие уже. Так здесь лес и... Высоко деревья стоят. Вот оно что. На одного меньше стало. Проказникович у нас лежит. Уже все разлегся. Андрюха Проказникович. Как, нормально? Нормально. Там подувает все сверху у тебя. Не. Есть, он чувствуется. Да что? Где дует-то? Вы че? Я понимаю, если бы тут ветрище такое гулял. Нужно форточку немножко. Опять наругает. У них что там, датчики срабатывают сразу? Скорее всего, скорее всего. Да ну. Если он пойдет, увидит, да, наругает. Здесь датчики стоят. Он наругает, наругает. Раньше, как он сказал, то, что по попке. Раньше Екатеринбурга не высадят. Я сам попал, да. Екатеринбурга высадят. Да-да-да. Че, как, парень? Нормально все? Хорошо. Чаешь в домах Лондона и Парижа. Это еще мягко сказано, Леня. Нормально. Максимки там пивас, бутылка целая. Еще лимонадик, да. Запас специально взял. Отлично. Едем, едем. А там в Екатеринбурге нас уже там... Сколько человек-то? Ну, человек, наверное, 6 точно встретит, я считаю. Нам встреча счастливая была. Не, вода большая вообще. А вода что? Хорошо. Разлилась. Классно. Сейчас проедем в влажное место. Кстати, сказали, да, то, что это типа сокращена бытостовка, на самом деле минут 5-6 стояли, раза в 3 больше, чем положено. Классный топчик, Андрюха. Это то... любимое место природное. А, где мы с тобой пешком шли. Ой, не напоминаю даже. Да ладно тебе, что, зато прикольно погуляли. Решили сэкономить, да? Да, денежки косопили. Сейчас сэкономили? А, да. А потом на великах вот в том году катались. Да. На великах мне больше понравилось. В этом году не велики украли. Где велики украли? Так свои велики были. А, у меня свой велик. В таком городе на велике, что ли? Нет, на электричке. На электричке обычно. Ты свой велик привез, что ли? На ласточке. Я сразу в Кунгур и поехали. Так ехать до Кунгура. А вот и камень уже показывался. Вот Россия постоишь. Вот платформа Чикали. Отдохнешь. Рома, смотри внимательно. Почему можно? Березки. Березочки наши. Березки, холмы. Вот Чикали проехали. Платформа. На ней я снимал как-то поездку. Здесь ласточка останавливается, да? Да. Которая кордонская. Ну там, правда, это смысла нет, как бы, ты все равно вот туда не переберешься. Да. А то лодку придется с собой тогда брать. На лодке приплыть вот так вот. Не знаю. Посмотрим. Продаются? Или в аренду взять? Это Андрей Николаевич нас спрашивает. Историческое событие. На духе вот так вот пройти. Вот камушек, камушек наш великий. Вот смотровая площадка виднеется. Я, кстати, это... Ладочки вон. Вот думаю, планирую как бы это потом, если было бы, типа, вот так бы... Заночевать, да? Палатки бы взять и сюда с ночевочкой. Ну тут многие, да, останавливаются в этом месте. Я бы, чтобы потом собаки не напали, ставить собак или что-нибудь. Или медведь нападет неожиданно вообще. Не, медведь здесь нет. Кто-то взял перепуг. Кто-то сплавляется здесь. Обычно, да, сплавляются. Пятая кружка пошла. Я не считал, наверное. Ты сейчас зарядишься кофе, и ты напьешься. В темноте будешь светиться, энергия будет. Лампочки будешь проверять. Не только. Павел Проводник. Куда в следующий рейс поедешь? Расскажи нам, нам интересно. Мой любимый Новый Уренгой. Новый Уренгой? Да. Сколько ехать? Подписчику к Евгению. Сколько ехать до Нового? Прямо ровно, прям 2 дня? Подписчик доживет, Евгений. Да. Альбанес Джефф, привет. Тебе передаем. Правда, ни разу не приходил. А до этого? Куда ездил? Да. Кисловодск. Кисловодск? Твой любимый рейс? Теперь. Хорошие там вагоны, новые? Да, Леня. Кисловодске хорошие вагоны. Кисловодске? Да. Они среднего возраста. Да, они там это. Окей. Я бы уже смотрел. Я бы не сказал, что совсем старые, но и не совсем новые. Да? Но технического плана они, я бы сказал, они лучше, чем кисловодские вагоны, чем ходят в Уренгойске. Лучше, чем в Уренгойске? В Уренгое, я бы сказал, там еще кирпичи. Слушай, подожди, а вот этот, который мы же тогда с Михалычем-то снимали, там же хорошие вагончики новые были. Это Москва. Да. А, про Пермь Новый Уренгой. Ну понятно. Там, да, там хорошо. Они, кстати, ходят от Москвы, а приписаны эти вагоны в этот Нижний Новгород. И проводники, и формирование тоже Нижний Новгород. Понятно. Тоже необычный рейс, маршрут. И не получается сейчас. Так ты тоже поедешь, получается, Пермь Нижний Новгород. Ой, Пермь Новый Уренгой. Да. У этих Нижний Новгород получается, у них маршрут получается Нижний Новгород, Москва, Москва, Новый Уренгой, Новый Уренгой, Москва, Москва, Нижний Новгород. Вот такой тоже необычный рейс. Понятно. А когда в Сочи? Когда-нибудь. Сочи это привилегированным? Только? Нет? Нет. Нет, обычным? Таким, как ты? Сочи Адлер. В Кисловодске-то был? Был. Ну и как? Хорошо. Ну что, прибываем потихонечку. Ребята уже собираются. Все оделись почти. Макс сидит, я, только, я только один остался. Тут уже белье принесли людям до Читы едущим, может, до Тюмени, может, страждущие. Мы же не знаем, ну, да, может быть, пораньше. Там дублируют. Коллеги. Дублируют. Да. Разрешили. Вот, кстати, есть идея у нас, тут у ребят возникла, проехать на электричках, типа как автостоперы такие, да? И вот взять каждую камеру, а потом реально наснимать, это все смонтировать, постараться с разных камер, вообще будет изумительное киношечко. Да, кстати, да, очень будет лох. Да. Все оценят, я думаю. Не ролик одного какого-то. Да. Ну, с нескольких. Вот эту киношечку будет снять такую. Да. Ну все, прибыли. Выходим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как много народу. Наши-то где? Наши-то? Наши-то где? Наши-то где? А наших нету. Наши уже ушли. О, вот они все. Ребят, вот они там. Здравствуйте, да. Очень приятно. Очень приятно. Хоть одна девушка. Да, хоть одна девушка пришла. Здорово, ребят. Короче, подождите, сейчас я всех покажу. Вот. Сейчас. Все, добрый день. Так много народу. Я думаю, сейчас надо у поезда сфотографироваться, да, на память. Ага, все. Не ругайся. Да, ребятки, короче, вот у нас, смотрите, еще кто появился. Всем привет, Сила Камушки со всеми. Сила Камушки у нас переехал в Екатеринбург пока временно, да? А может и постоянно. Поможи. Время покажет. Загадывать не будем. Такое что? Время покажет. Так что приезжайте к нам в Екатеринбург. Нам. Кто в Сергеев Посад живет, то сейчас это, да. В общем, приезжайте везде, где мы были. Да. Будем рады видеть. Так, у нас где Андрей Николаевич вышел? Все нормально, прошел? Нормально. Все пронес, что нужно. Вот. Тут еще Андрей, вот, да, новый наш, да, подписчик новый, тоже пришел. Да. Геннадий. Всем привет. Тоже вот новый подписчик. Ребят, что радует, потихонечку люди новенькие у нас. Я не новый подписчик, я уже был. Старый, ну, который еще не появлялся, вот в этой вот коробочке, в этой маленькой. На самом деле та же история. Уже 5 лет смотрю. Да, просто вот впервые появился. С Челябинска человек приехал специально. Вот. У нас там девушки еще приезжали из Челябинска, тоже им большой привет, они немножко как застеснялись пока, первый раз, наверное. Ну, им большой привет, спасибо огромное, тоже там за подгончик, все дела. Ребят, ну сейчас двигаемся, все, верно. Поезд уже стоит, у нас прицепной вагон. Едем мы, поезд, как? Москва-Барнаул, да? Да, Москва-Барнаул. Москва-Барнаул. Вот. Но у нас как бы прицепной вагон, там еще до Бийска, ну, идет дальше, получается. То есть наш вагон, видимо, как-то отцепят, там еще дальше он поедет до Бийска, там поезд Барнаул-Бийск, по-моему. Да, Барнаул-Бийск поезд. То есть два поезда у нас одновременно будет, да, Андрей? Да, но мы будем ехать в одном вагоне. Да, беспересадочный вагон. Ребят, немножко ветер, микрофона, не до микрофона сейчас, поэтому как бы немножко... Сейчас заходим на вокзал. Так, что у нас? Москва, Барнаул, 96-й поезд, третий путь, 23:27 отправление, время 23... Нет, 23:45. Что-то там... Нет, я что-то неправильно прочитал, Андрей. Когда у нас отправление, там 00:15? 00:10, да? Время 23:45. То есть время еще есть, я немножко неправильно посмотрел. Ну, что я могу еще, так сказать, мы уже приближаемся к концу нашего ролика. Что бы я хотел отметить, Екатеринбург, вы уже сами знаете, стал нам родным городом. Всегда народ здесь встречает, провожает, очень приятно. Все-таки Екатеринбург город-побратим моей Перми. Я из Перми, поэтому... Подожди, у нас же третий, да? Третий. Ну, я так понимаю, справа наш поезд. Вагон номер 16. Вагон номер 16. Это номер 8. Наверное, туда? Вагон номер 8. Так. Москва-Барнаул. Отправление 010. Нет, а 7 все-таки в ту сторону, да. 16-й. Туда, да? Нет. Ребят, туда все-таки, в ту сторону. Туда не едем, сюда едем. Только там хвост, хвост 16-го, это точно. Туда едем. Мы же туда едем? Да. Не знаю. Туда. В ту сторону, по-моему. Почему он такой коротенький? Где 16-й? Там еще 3 вагона и все. Может, еще не прицепили? Возможно, да. Вагон-то прицепили. А даже посадки еще нету. Ну да. Дальше не бежать. Так. Чита, Москва. Обратный поезд, ребят. Вы Москва-Чита приехали, сейчас обратно. Фирменный, кстати, между прочим. Вот так вот. Время 23:48. То есть буквально еще 20 минут, и мы отправляемся. Просим пассажиров занять свои места, а провожающих выйти из вагонов. Счастливого пути! Уважаемые пассажиры, пустите вы нас в вагоны сначала, потом уже провожайте. Саша помогает нам занести сумочки. Светло, хорошо. Гончик старый, но светлый, да? Андрюш, что такое-то? Как ты недовольный-то так поглядываешь? Недовольный. Довольный? Смотри, какая. А, ну а тут почему так темно? Здесь света не включается? Потому что спать пора. Спать пора. Уснул бачок. Лег кроватка. Ой, на бачок. Звучит. Хорошо. Верхняя? А что, все, поехали уже, Сань? Да, с нами, да. Походу. Ну пойдемте тогда, сейчас сумки скинем, да. Пойдем попрощаемся, пообнимаемся. Да? 20 минут до отправления. 0:10 отправляется. Да. Ну пойдемте, попрощаемся. Не, давайте скажем. Так, Саня. Так, давай. Саня, что-то. Саня, речь, как обычно. Спич. Вот знаете? Только нет. Я думал, у него там на телефоне что-то готово. Вот с этими ребятами сижу, а это ведь основатель канала. Ну, основатель, вот он, видеооператор. А эти люди сделали такой контент, потому что, допустим, напишу я Пашка Туринца один раз, поехали в КБ работать, он сразу согласится, а давай, поедем куда-нибудь туда еще, давай. И это все благодаря нашему каналу, РКТВ. Ну то есть приятно. Роман Владимирович. Тихо, все, молчу. Объединил многих людей. И поэтому всегда эти люди встречаются и радуют друг друга. Почему? Ты пусть посмотри, кто это умное лицо. Дипломат. Просто уверенный в своей жизни человек. Спасибо, Сань, за добрые слова. Как обычно ты нас в путь провожаешь. С добрыми словами, с добрыми намерениями. Надеюсь, что мы будем все больше и больше расти и новых людей интересных для себя находить. Сегодня вот пришли 2 человека, еще раз познакомились, да? Еще многие будут приходить. Да. Все, короче, мы, ребят, как видели, заселились. Сейчас осталось только пожать руку друзьям нашим челябинским-екатеринбургским. Я про меня вообще молчу. Ну ты теперь екатеринбургский. Все. Это не точно. Посмотрим. Время покажет, да. Ну что, ребят, еще раз огромное спасибо всем, кто пришел. За подгоны отдельно, как бы там низкий поклон вам. Ребят! Своя какая-то терка. Все, бразды правления отобраны. Не уверен, что человек чувствует без камеры. Паша уже, это, как сказать, была... Да, мы... Как-то нас отправлял. Курсы операторов пройдены. Да, курсы операторов пройдены, да. Причем с первого дубля тогда мы все сняли, отработали четко. Как говорится, спасибо, низкий поклон всем, кто приехал. Кто-то даже из других городов приехал. Я, например, приехал. Вот Екатеринбург, да. Челябинск, Екатеринбург. Да. Спасибо. Спасибо еще раз. Мы едем дальше. На этом ролик подходит к концу. Да, сейчас, секундочку, небольшое лирическое отступление, да. Барнаул, Бийск. Да. Вроде еще не в Барнауле, но уже в Барнауле. Ну где-то между Бийском. Барнаул, Бийск, Москва. Ну, Москва. Да, вот, спасибо за внимание, уже сказали. Вы на моей работе поедете, вы на моей работе чаще постоите. Но я пацанам позвоню, чтобы они вас встретили. Ты на фоне поезда фотку? Давай попробуем. Не, он не получится. Почему? Получится. Нам как раз все в лицо свет светит, да. Нормально. Ну давай. Рома, я хочу пожелать вам счастливого пути, чтобы вы доехали до своей конечной остановки. Как она правильно называется? Бийск. До Бийска без происшествия, чтобы приехали домой обратно полный восторга, привезли нам много чего интересного, контента, будем обязательно ждать. Ну и, как говорится, без происшествия, без потери, чтобы все, как ехали, все. Саня же веселый. Ну а Стас, чтобы вам что мог показать, показал обязательно. Поэтому. Мы надеемся на него. Давайте сфоткаемся и... Хорошо. Павел, проводник, какие наставления будут? Хороших вам проводников. Хороших проводников? Да. Не безобразничайте, самое главное. Да, самое главное, хорошо себя ведите, а то высадят. Будем хорошо себя вести. Будем хорошо. Обещаете? Да, вот эти двое, и я, едем, и я. Я здоровая семья. Ну давайте фотку на память. Ну все, короче, ребят, мы сели в поезд. Ребята остались у нас там, на перроне. Там продолжаются съемки какие-то на канале Макс ТВ. Вот. Ребят, не видно. Давай свет вырубим пока. Да что он делает? Аккуратнее. То без окна поедем. Хотели форточку, будет вам форточка. Форточки, кстати, к сожалению, ребят, нет. Ну ладно. Будем ехать. Непонятный какой-то вагон, Тверской. Все. Низкий поклон и вам, ребят, низкий поклон за все эти, как говорится. Так, все, в руках у ребят не осталось ни одного пакета. Это значит что? Значит, все, что было, все, что у нас, да. Ну все, поехали, да, ребят. Давайте, пока-пока. Самые упертые ребята. Самые упертые. Главное, не вляпаться, не резаться. Бегут. Ребят, Максим, помните, всегда нас провожал таким образом в Перми. Теперь впервые... О, Пашка там еще стоял. О, еще одни, ребята. Они как тут оказались-то? Они, короче, это спланировали. А сейчас Макс, смотрите, бежит уже по Екатеринбургу. Вот так все. А его видно вообще? А его уже не видно практически. Ну давай все, Макс, пока-пока. Давай, включай свет. Так, ну, на этом, ребят, мы с вами прощаемся. А завтра будет утро и будет все. Мы немножко выспимся. Я думаю, что не будем выходить в Тюмени, потому что пол 5 утра. Тем более из Тюмени пока никто ничего не написал. Дальше придет в Тюмени? Ну, никто не написал. Пол 5 утра. Андрей Николаевич, как я рад снова тебя видеть в этой кипашечке. Наконец-то, да. Одно место, ребят, вакантное осталось. Вы сами знаете, кто мог бы быть здесь. Но пока что что-то никак не срастается. Ну ладно, ребят, все, счастливо. До новых встреч, до нового ролика. Пока. Не прощаемся. Будет все хорошо дальше, надеюсь. Ребят, короче, небольшое включение по скриптам. Раз уж такая вот поляна у нас тут необычная. Девчонки, которые из Челябинска приезжали. Смотрите, ребят, что подогнали. Борщ собственного приготовления. Борщец. Ну-ка, Сань, это помешай там, сметанка. Сметанку они еще все как бы... Вот. Это передала наша подписчица из Алии. Большое спасибо за подгончик. Сейчас будем пробовать. Я уж как бы один, ну, не посмею. Она мне сказала, что... Ну, тут у нас, во-первых, просто целая... Если одного будет есть, мы его... Да-да-да, не поймут. Вот, что у нас еще есть под это дело? Перепелки. Копченые перепелочки. 2 штучки. Так. Под лимонад. Под лимонад. А что еще? А лимонад мы покажем, какой у нас? Где у нас лимонад? Так, подожди, а и там-то еще лимонад-то. А, ролл фирменный со свининой. Это Максим, да. А вот фирменный лимонад. Лезгинка нам еще подогнали. Андрюха, спасибо. Сыр плавленый, крем-брюле. Крем-брюле. Типа сыра, да. Ну, в общем, так. Еще есть много чего. Да, у нас просто, наверное, слишком такая... Микрозелень. Микрозелень тут. Сами да, тут. Помидорки, завтра будет салатик. Да. Надеюсь, что здесь есть холодильник, и мы что-то сохраним. Все есть. Да. Ну, давайте пробуем борщ. Беремте ложечки. У каждого есть своя ложечка. Давайте. Саня даже свою взял. Замечательно. Замечательно. По 10-бальной шкале. 10 баллов. Домашний. Десяточка. Настоящий борщик. Домашний. Дарик Лач. Запробуй. Хлебушек. Хлебушек вот там вон. Сальце вот еще бы, да? Сальце и... Засоленный. И этот... Чарочку, да? Чарочку. Ну, для тех, кто в теме, кто пьет и так далее. Вкусненько. Класс. Давай, Саня, угощайся. Красный, прям красный. Только он уже остыл. Ну, подогрели, но... Нет, да, нормально. Может, сойдет. Не холодное, да. Отлично. Ребят, вкусненько. Классно. Короче, мы тут будем кушать. Вам всем приятного аппетита. В этот раз мы точно прощаемся с вами. Всем спасибо, всем счастливо. Давайте, ребят. Продолжение ждите. Теперь точно, наверняка. Всем пока.